разбиваем 2 яйца и добавляем сахар в тесто. Пол чайной ложечки соли и выливаем 1 литр молока. Высыпаем пачку ванилина и добавляем разрыхлитель. Хорошо взбиваем блендером и понемногу добавляем муки. Еще раз хорошенько взбиваем и добавляем следующий стакан муки. Взбиваем венчиком и добавляем столовую ложку растительного масла. И хорошенько перемешиваем. Вот такой вязкости должно получиться тесто. Раскаленную сковородку обязательно смазываем маслом. Набираем в поварешку тесто и формируем круговыми движениями наши блинчики. Пока я этим занят, можете подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Вы меня мотивируете на создание новых видео своей активностью. Когда блинчик хорошо отстает от сковородки, можно уже переворачивать. Аналогично жарим остальные блины. Переходим к начинке. Берем ветчину и нарезаем на слайсы. Следом залетает сыр, и его тоже разрезаем на слайсы. Вскрываем корнишоны и нарезаем тонкими пластинами. Следом нарезаем крабовые палочки. Берем любимые соусы и майонезную икру. Выставляем блины. Примерно 20 блинов получается на 1 литр молока. У нас будет 3 разные начинки. Берем блинчик, кладем ветчину, смазываем первым соусом, кладем сырок и добавляем огурчик. Заворачиваем блинчик так, как я показываю в видео. Следующая начинка у нас будет сыр с ветчиной. Берем кусочек ветчины, сверху укладываем сырок и соус. И аналогично заворачиваем. Берем следующий блинчик, он у нас будет с морепродуктами. Выкладываем крабовую палочку и сверху распределяем икру. Аналогично и заворачиваем все остальные блины и отправляем обжариваться на сковородку. Добавляем масло и распределяем кисточкой. Выкладываем блинчики и обжариваем до хрустящей корочки. Блинчики с начинкой готовы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем приятного аппетита! Пока-пока!